Всем привет! Вы просили снимать влоги, и вот, собственно, первый влог. Если вам понравится, то будет больше. И сейчас мы с Евгением, вот с этим вот человеком, уже начинаем делать первый челлендж. Сейчас мы, получается, поставим вот эту штуку к стене. Ну, не, немного не так. Ты меня немного недопонял. Сейчас я сделаю сальто от стены, так, двумя ногами, смотри. Короче, вот так, только мы будем делать вот с этой штуки, еще в стену влетать. Может, получится получше. Ну, я же плохо размялся. Так, сейчас расстояние где-то 1 метр до стены. И Жека делает свою первую попытку. Шикарно, шикарно, даже перестарался, давай пятерку. Мужчина. Воу. Это легко. Так, короче, сейчас отодвигаем ее еще где-то на метр. И будет уже чуть сложнее. Так, давай, расстояние примерно 2 метра. Жека делает попытку. Разбегается. Воу, воу, нифига, хорошо. Ты причем сделал, короче, вот с этого расстояния и сюда же и улетел. Ой-ой. Не упал, я считаю. Давай, отодвигаем. Сейчас, наверное, расстояние уже где-то 3 метра. На широкоугольном не совсем понятно. Но вот целый мат и еще плюс немножко. У-ху! Нифига! Слышишь? Красава! С каждым разом, чем дальше мы ее отодвигаем, тем дальше ты приземляешь. А Коля делает. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, Жека встал, я нет. Но я думаю, что я еще попытку сейчас сделаю. Жека мне объяснил мои ошибки. Сейчас попробую. Вот, чуть лучше. Смотри, сейчас есть тебе предложение, наоборот, ее поставить ближе. Попробовать так же, но при этом сделать винт еще. Винт? Че думаешь? Я думаю, я делаю влево, и я могу прям на нее лечь. Ха. Ну, когда делаешь влево же, наоборот, вправо смещает. Думаешь? Ну, хотя можно ее сюда переставить. Сейчас пробуем то же самое, только с винтом. Еще такого не пробовали. Посмотрим, что получится. О, май гад, давай за попытку. Мы поняли, что это не моя сторона, поэтому сейчас пока лягушка стоит здесь, Жека сделает еще раз, а потом я уж попытаюсь свою. Хорошо, приятно было? Ну, Галя говорит, что пока не надо. Не надо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Это надо записать. Я не понял. Это было больно жопе. Я как-то не встал, короче. У меня жопа там была, но здесь. Воу-воу-воу! В общем, мы решили с Жекой делать, пока кто-то из нас не поставит это на ноги или не умрет. Давай, погнал. Оо! Стоп. Да, я уверен, что я сейчас встану, вот, смотрите. Воу-воу-воу-воу. Уверен, что я сейчас встану, вот. Let's go. Воу-воу. Ну, неплохо. Неплохо. Я не хорошо. Делаю не так, как надо. Я записываю. Давай, покажи что-нибудь красивое. О, тройное сверло. Похоже, что кто-то задал челлендж. Жека уже выполняет прям сходу, не думая. Ну, почти получилось. Я просто снимаю, как все делают кучу винтов. О, уже лучше. Давай, ты красиво светишься. Солнечный зайчик и солнечный мальчик. О, май гад, это что было? Видно, заднее сальто, если вы поняли, это немного сложно. Жека что-то делает, как обычно, не предупреждая. Почти! Мне кажется, все потому, что мы вчера с Жекой тренили 6 часов, но сейчас я сделаю. Давай, покажи, что ты умеешь. Уреви. Уреви быстро, покажи свой мастер-класс. Пу!
пушка, гонка за носки, лайк, я считаю. Опять вот так ноги выйдут? Давай, брат. Сейчас будем делать двойной боковой сальто вот с этой штуки. Вообще хотим прям с ковра. Ну, для начала вот с пружинки. Давай, Жека, делай. О, там бы на три хватило вообще. Let's go. Так, ну что, будем делать с места, получается, сразу? А, ну, давай. Давай, я чувствую, что я упаду на лицо, но Жека должен сделать, я знаю. Попробуем. Жека хорошо делает боковой, на самом деле, я в нем не сомневаюсь. А вот у меня будут с этим проблемки некие. У-ху-ху! Слушай, так же, как и с пружины сделал. Let's go! Слушай, я очень слабо махнул, но тем не менее я упал не на лицо, я сделал лучше, чем я думал. А да. Ты вообще красавчик, давай. Спасибо. Сюда. Что-то нереально творит Евгений. Просто посмотрите на это сальто. Красавчик, давай пятерку. Сальто на колени и еще с колен сальто. Ты бешеный, что ли? Жека творит сегодня нереальную дичь. Хотя в начале тренировки он говорил, что он устал после вчерашнего. Давай, покажи это. Вы поняли просто? И кубик даже не двинулся так же, как и Жека, примерно, красава. Спасибо. Покажи еще раз, что мы делаем, да. Вот так. В общем, делаем сальто с рук, с разворота, как бы это. Вот так вот. Живой же? Жалко. Жалко. Жек, покажи, как надо теперь. О, в ножке. Красиво, молодец. Умничка. Видел, да? Видел. Не, вот сейчас. Let's go. Ой, хорош. Так, ну по сути я тоже, можно сказать, встал. Саня остался единственный, кто не встал. Он побежал мазать ручки, чтобы они не скользили. В тазике там. Ноги помыть не забудь. Порошок силы. О, стабильность, Сань. Давай. Ну, собственно, как-то вот так вот. Мы многого не снимаем, потому что мы хотим побольше потренироваться. Тренировка всего 1.5 часа. Жека уже обувается, одевается, снимает носки, одевает другие носки. Так что, если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайк, и мы будем снимать больше видосов.